Короче говоря, поиск интернета. Сегодня я лежал на кровати и с лицом больного мопса вспоминал красивую жизнь. Жизнь, в которой у меня был интернет, и можно было целый день лежать, залипая в телефон. А сегодня интернет отключили за неуплату. Потому что до получки еще неделя, а я вместо оплаты коммуналки всадил все последние деньги в пиццу, суши и всякую лабуду. На что я надеялся, непонятно, но сейчас страдал. Первых полчаса я держался. Пошел, поделал что-то по дому. Помыл посуду. Помыл себя. Потом началась ломка. Я посмотрел на страшную надпись «Нет соединения». Потом поплакал. Потом поставил свечку роутеру за упокой. Начал думать, как же мне протянуть неделю до получки без интернета в доме. Может, ходить в ближайшую кафешку и сидеть там? Да ну, там неудобно, и заказывать что-то нужно, а у меня денег нет. Наверное, я все-таки просто умру от недостатка информации, мемов и идиотских тиктоков. А мне еще нужно ежедневные квесты в Бравл Старс проходить. Ой, 26 лет, а я квесты в Бравл Старс прохожу. Может, поэтому у меня денег и нет? Но все же я кое-что придумал. Немного непорядочное действие, но должно сработать. Что если ломануть Wi-Fi соседей? Можно было бы вежливо попросить, но у меня они, по-моему, слегка шизанутые, поэтому лучше просто тихонько присоединимся. Но была одна беда. Хакер из меня так себе. У меня не то, что соседский Wi-Fi взломать, но даже к себе на Google почту не каждый раз получается зайти. Тут, конечно, прокол. Но я решил, что если загуглить и внимательно прочитать, то все получится даже у меня. Вот только загуглить не выйдет, интернета нет. Черт, придется все-таки ненадолго сбегать к кафешке почитать инструкцию. Я вышел, пришел на место, подключился к интернету, начал изучать инструкцию. Чтобы не забыть, я все внимательно записал в блокнот, потому что я умный и предусмотрительный. Взял с собой блокнот и ручку. Стоп. Ой, дебил, можно ж было просто сделать скриншот. В общем, получив краткий курс взломщика, я погнал к себе. Сразу же принялся за хакерскую атаку. 10 минут работы, 20 минут, 30 минут. И я окончательно убедился, что я тупой. И IT-сфера точно не мое. Ни хрена у меня не вышло. Но я решил перечитать инструкцию еще раз. Первым правилом было убедиться, что ни у кого нет Wi-Fi, просто без пароля. Так, стоп, у нас же есть такой. Я подключился. Ура! Заработало! Снова могу деградировать в ТикТоке. Я был счастлив. Но вскоре сигнал начал пропадать. Я встал с кровати. Пошел за сигналом. Походу, сосед шастает по квартире, и мне приходится его ловить. Блин, куда ты попер? Тут же ванная. Потом пришлось полазить в чулане, потом на кухне. И вот наконец-то сигнал остановился посреди коридора. Ну, не худшее, что могло быть. Я соорудил из стульев кровать, удобно улегся и начал кайфовать. Все-таки я нашел интернет. Но тут мне вырубили свет. Как я подозреваю, тоже за неуплату. Твою мать, кто-нибудь знает, как хакнуть соседское электричество? Короче говоря, в поисках интернета. Что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также смотрите другие видосы на моем канале. Их много, и они тоже интересные и прикольные. До новых встреч, новые видосики уже скоро.